Самостоятельное оформление передачи прав собственности, риск стать жертвой мошенников и в конечном счете остаться без крыши над головой. Существует два безопасных способа передачи собственности – завещание и дарение. Принципиальное отличие в этих двух способах заключается в моменте перехода права собственности на имущество. Если говорить о завещании, то завещание – это распоряжение имуществом на случай смерти. То есть завещатель, составив завещание, не теряет право собственности на свое имущество. У него точно так же до конца его жизни остается право пользования, владения, распоряжения данным имуществом. Наследники, которым завещено данное имущество, становятся собственниками уже только после смерти завещателя при соблюдении процедуры принятия наследства. Если же говорить о договоре дарения, то здесь собственник утрачивает право собственности на имущество с момента заключения договора дарения. Нередки случаи, когда после оформления договора дарения прежнего собственника выгоняют на улицу, даже несмотря на родственную связь. Однако такие случаи чаще всего возникают, когда договор дарения составляется в простой письменной форме, и собственник попросту не осознает последствий заключения договора. Поэтому, если вы решили дарить собственность, правильнее будет совершать процедуру у нотариуса. Специалист разъяснит все правовые последствия заключения договора. Кроме того, при заключении договора нотариус несет полную имущественную ответственность за удостоверение сделки. Кроме того, еще одним плюсом нотариального удостоверения договора является короткий срок регистрации права собственности по нотариально удостоверенной сделке. Такой срок на сегодняшний день составляет один рабочий день. Более того, сегодня нотариус самостоятельно передаст документы на регистрацию в Росреестр в силу закона. В случае, если уверенность в необходимости заключения договора дарения исчезнет, нотариус поможет выбрать другие варианты передачи прав собственности. Главное не торопиться, получить профессиональный совет от представителей Нотариальной палаты Пермского края. Ведь нотариус – это прежде всего высококвалифицированный юрист широкого профиля, который работает в интересах граждан. Роман Лубарец, Андрей Соловьев, Ветта 24.